Пренебрегать мерами, которые рекомендуют, но не обязывают соблюдать, между тем, чревато не только возможностью оказаться на больничной койке или отправить туда кого-то со слабым иммунитетом, но и получить вполне себе законное наказание. Так, привлечению к административной ответственности по частям 2 и 3 статьи 6.3 КоАП в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подлежат лица, нарушающие санитарный режим, а также не выполняющие в установленный срок законное требование лица, осуществляющего федеральный санитарный надзор. Уголовная ответственность по статье 236 Уголовного кодекса наступает, если нарушение санитарных требований и правил повлекло определенные последствия, указанные в этой статье, например, массовое заболевание, либо создание угрозы его наступления, либо смерть человека. Есть и ответственные граждане, воспринимающие опасность всерьез. От таковых часто поступают вопросы, куда обращаться, если контактировал с зараженным ковид-человеком. В таком случае рекомендуется сообщить в Роспотребнадзор, а оттуда ваши личные данные передадут в медучреждение по месту жительства для забора биоматериала и тестирования. В случае, если лицу, контактировавшему с зараженным, медицинский работник не явился, ему следует обратиться в управление Роспотребнадзора по области на горячую линию и в медицинское учреждение, поликлинику по месту жительства. Отбор проб биоматериала для исследования у лиц, контактировавших с больным ковид, проводится на 8-10 календарный день медицинского наблюдения. Если у контактировавшего появилась клиника заболевания, незамедлительно. Лаборатории должны направить результаты исследования незамедлительно, подчеркнули в прокуратуре, не позднее 24 часов в медицинские организации, которые направили им медицинский материал. В случае отказа от оказания медицинской помощи и в зависимости от наступивших последствий могут применяться меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Хотелось бы отметить, что самоизоляция как правовое понятие в законе не определена. По сути, данная мера выражена в необходимости воздерживаться от контактов с посторонними. Напомним также, за несоблюдение данного ограничения предусмотрена административная ответственность. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».